что там есть? Ну, главный ресторан. Там главный ресторан, еще ботаника есть в ресторане. Покажем, что там дают на завтрак нам. Пошли в главный ресторанчик. Сюда. Погодка хорошая. С утра тут. Сегодня вроде обещают 26-28 градусов. Все чистенько выбирают. Корпус большой, с номерами. Где-то около 700 номеров. Большой корпус самый новый построен. Такой буквой Г, что ли, полукругом. Чаточку накладывать еду, измерять человека нету, человек стоит, измеряет температуру всем. Завтра пойдем. Народ, в принципе, уже завтра много народ. Там клеек нету, пока он делается. Молочный сок, сосиски, омлет тоже. Тут фасоль, томатная, специальная закуска. Вот, смотрите, фрукты тут, яблоки, мандарины, апельсины, а мандаринов мало. Апельсины, вот. Финики, финики возьмем с монеты с собой. Подкушать. Фиников возьмем. Яблоки такие. Не очень. Как желе вот. Йогурты. Такая паста шоколадная. Тоже. Таня он набирает. Пудинки, да-да-да. Таня он набирает себе тоже пудинг. Йогурт, сейчас йогурт возьмем. Сухофрукты. Тоже вкусные. Кстати. Курага, изюм, еще есть молоко, джем, варенье, с молоком тут всякие хлопья, чай, кофе наливают там, запах дурный. Тоже хлопья, йогурт. Йогурт тут есть, хлопья. Давайте йогурт наложим. Пиццу делают, тоже котлет. Йогурт наложим уже было. Шоколадного. С крошкой шоколадного. Очень вкусно, мне понравилось вчера. Есть шоколадный целый, есть крошки шоколадные. Киви тут. Апельсинами. Простой йогурт, джем, мед, нарезка из сыра, сыр у них островатый, колбаса, колбаса так себе, на любителя, у них тоже такие сыры, тут еще сыр соленый, еще какой-то у них тут, и овощная нарезка, мне нравится овощи, поправится.
кофе, напитки, пепсины, лимоны, рикотта называют. Булочки готовят, просто хлеб. Всякий разный хлеб, у нас печенюшки всякие, смотрите, даже костеры готовят. Все. Вкусно очень, аппетитно. Ну вот Стане набрали помаленьку там йогурта, оттейки, булочки, только фрукты. Сейчас уже схожу за этим, за омлетом себе, что там народу просто с утра поменьше было, сейчас побольше. Себе возьму еще омлетик, можно быть с сосиской. Ну, сосиски тоже невкусные. И все, в принципе. На этом завтрак у нас. Ну завтрак так, очень разнообразный. Ну, взял омлетик себе вот еще. За омлетом, в принципе, не сильно большая очередь, там яичницу, глазунью, все, он по глазунью, если говоришь, он понимает по-русски. Ну, сейчас будем пробовать. Понравится, не понравится. Ну, в принципе, как обычно, везде приборчики. Удобно. Женщина тут лепешки хлопает, вкусно очень. Лепешечки хлопает. Вот такой зал сначала. Возле бассейна, там центральный зал. Бар, пиво наливают. Пиво нормально, там я пробовал. Вино такое беспонтовое. Ну, не очень вкусно. Можно попить напитки в баре. В бассейне уже начинают купаться. Ну то вот подогреваемый бассейн. Теплый. Детский и взрослый. Пошли в номер свой. Переоденемся, на пляж пойдем. Ну, соберемся все. Выбирают номера, в принципе, хорошо. Давайте в ту сторону пойдем, посмотрим. Номера справа, слева тут. Такие стандартные номера. Ну, запасные выходы по лестнице. Касса на первый этаж. Ну, первого этажа нету, говорил, только нулевой этаж. Вот такие еще поцелуи номера, наверное, большие семейные. Вот он на суде выше. В принципе, справа слева картины. Тут плитка. Вот статус, можно не поскользнуться. Так. Такие стандартные номера, как я вам говорил. У всех одинаковые. Алло! Все на обед. Делаем укрытие. Брать тарелочку. Или налаживать ложку. Народу тоже много. В главном ресторане. Шельки, спагетти, наложу тоже себе. Вермишели, эти спагетти, вот такие есть. Кляри рыба, сейчас наложим. Кляри рыба чуть-чуть себе положим, попробуем. Левой рукой вот он. Овощи, рис, тоже когда каша что ли получает, суп какой-то сегодня, суп что-то у нас с курицей жарит, с пельмиками.
пережигают, будут пожарными. Набрали остатки основу. Жарят. Что у нас с картошкой фри? И тут другое. Рыба. Картошка. По-деревенски, наверное. Типа. Печень, рис. Овощи. Фрукты, хурма, мандарины, яблоки, грейпфрукты, апельсины, финики. Сладкое, смотрите, как красиво, да, выложено. Пирожные. Всякие. Пирожные на второе, шоколадное. С орехами. Всякое. Разнообразное с киви, бананами. Клубника, шоколадная, с орешками, попкорн, шоколадная попкорн, и там пицца можно. Булочки всякие тоже. Вот постеры. Ручная нарезка у них то же самое. Тут маслины только добавились с оливками. Эти финики, да? Такие. Какие-то типа маринованные, да? Финики. Тоже приправы все. Масла. Соусы. Салаты. Все тут есть. Огурцы, помидоры, капуста, брокколи. Всякие закуски сделаны красивые. Перец. Я взял вермишелевый суп, такой вкусный. Таня, печень взяла, да, с картошкой? Все вкусно, нет? И печень? Без строгого. А, без строгого, Таня. Капуста нет. Салатик, курму взяли, мандарины, сок апельсиновый, лимонный. Я вот эти курицы взял, типа шашлыка. И спагетти, и рыба в пляре. Ну, и на десерт вот такой тоже, пироженки. В принципе, хороший обед тут можно. Салат не стал брать. Вот, Аня взяла салатики, я не стал брать. Пиццу маленькая, переведенная, да, переведенная. Саня взяла пиццу. Пиццу хорошую делают, но ее разбирают сильно. По полпиццы даже забирают, по полной даже. Так что, если кто хочет пиццу, сразу сбивайтесь, вставайте в очередь. Потому что он пекет постоянно, делает. Хочешь пиццу на пляже, можно поесть. На пляже лучше пицца, там тоже неплохая, где ты хочешь. Ну, на этом буду заканчивать свое видео. Кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал «Отдых с нами. Дальние страны» всегда будет с вами. Впереди будет много еще интересных, удивительных приключений по Египту. Показал вам вот в этом видео обзорчик завтрака и обеда. Потом еще покажу, что в другом ресторане, в Ботаника, у нас есть тоже второй ресторан. Там завтрак посмотрим и также обед, и на пляже можно посмотреть, и покажу вам обед, как кормят. Ну, желаю всем здоровья, счастья, удачи, всего наилучшего, до свидания, до новых встреч, друзья. Пока-пока!